Всем привет, с вами Кононова Аня. У меня, как и у вас, у всех завис Телеграм. Я отписала своему наставнику, так как он проживает на Украине, у него ничего не зависло. Он сказал, что вышел Телеграм X и что новая версия буквально вот сегодня у нас... Сегодня у нас, значит, получается 1 июня и 31, да, то есть за день. То есть вчера, на момент съемки данного видео, вчера как раз-таки вышел вот этот вот Telegram X. И что я сделала? Я зашла вот по данной ссылочке, выбрала Telegram 1.3 Windows, я нажала его установить, да, то есть нажала ОК, он у меня скачался, да, то есть, ну, намазили тут сверху, по-моему, Яндекс.Бот у вас вот тут вот снизу, да, где у меня мышка. Потом, значит, вы его открываете. Тут я закрою, да, на него нажимаете. И он у вас начинает открываться. И вы нажимаете, выбираете язык. Тут он у меня уже выбран, да. Нажимаете ОК. Далее создать значок на рабочем столе. Далее. И вот когда вы нажимаете слово «установить», он у вас уже устанавливается, да, то есть вот он просит, можно ли я закрою, еще что-то. Вы разрешаете, нажимаете «Далее», получается, идет распаковочка, и он у вас тут же мгновенно обновляется, и тут же мгновенно ваш Telegram, да, он исчезает и запускается заново. После того, как он запустился заново, вот видите, кружится кружочек, он у вас сейчас прогрузится, и все чаты будут доступны. Ну, буквально, я не знаю, может быть, минуты 3 у вас это займет вместе с установкой, после того, как вы пройдете по ссылочке под данным видео. Если у вас есть данная проблема, ровно за 3 минуты вы можете эту проблему устранить. Итак, значит, вот эту ссылку я оставлю вам под видео, не бойтесь, проходите, она нормальная. Вот, и для андроида пока что новых версий нету, пишут, добавляйте в закладочки, вот я прям себе добавлю, вот, и может быть скоро появится для айфонов, да, потому что, к сожалению, пока что это только для андроидов вот сделали и только для компьютера. Вот 1.3 Windows я выбрала, поставила, и вообще все без проблем. Поэтому желаю вам удачи, роста, везения, во всем вдохновения. Лучше, чем Telegram, ну, в принципе, ну, нету лучше, чем Telegram на данный момент аналога, где так можно удобно и классно работать. Ну что ж, все, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео.